Началось все с конца 59-го. То есть встречали 60-й. Пригласили встретить Новый год. Меня, подружка, а его брат двоюродный приехал. А он приезжает и говорит, его двоюродный брат Алексей. Вань, там такие девочки придут на Новый год. Приходи к нам. Ну и он бросает свою компанию и приходит к нам. Спускаясь с третьего этажа, стоят два парня и три с гитарами, и один без гитары. И получилось так, что вот этот дорогой стоял рядышком со мной. И я вот так глянула на него, не знаю почему, но так он мне показался, на Есенина похож. Серая шляпа, серое пальто, стройный, красивый и с гитарой. Думаю, ну все, это мой. Это могу сказать точно, что это было с первого взгляда. А бракосочетание состоялось у нас в сентябре 16 числа этого же года. 60-го года. 60-го года, 16 сентября. Я работал, у меня специально целая трудовая книга. Вот, и на заводе я работал. Вот, потом в последнее время дворец 50 лет, 13 лет я там руководил ансамблем гитаристом и параллельно слесарем работал. Раньше как платили? Мало платили музыкантам. Потом я перешел на изделия гитары. Когда он ездил на концерты, брал всегда меня с собой. Малыш на коленях, меня впереди сажал в автобус, а сам сзади. И простите, много поклонниц было, девушек, очень много. Иной раз обернется посмотреть, как он там сидит. А они к нему ручки вот так. А у меня сердечко тук-тук-тук-тук. Поэтому сердцу не прикажешь, оно стучит до сих пор. Когда я занимался на эстраде работал, играл, поклонники были и прочее. Но я сдержал свое слово, живем уже 61 год. И вальс, и танго, он на празднике меня... Сегодня спросил я у меня, что дает за полтумана по рублю. Как назвать мне для прекрасной Риты, по-персидски нежную люблю? И ответил мне меняла кратко. О любви в словах не говорят, о любви вздыхает лишь кратко, и глаза, как яхонты, горят. Вот это я да. И... Ну, первый сын. Появился 24 декабря 61 года. А второй появился через 11 лет. Сын Александр. Я работала на механическом заводе. Но самое основное у меня был дом, готовка. Любила очень готовить. Готовила вкусно, мои борщи любил, любимый очень-очень. Я вообще не воронежская, я случайно сюда попавшая. И простите, не очень город мне этот понравился, если бы не такой мужчина, который остановил, привязал. Главное, любовь друг к другу. Вы знаете, я вот не могу даже объяснить, что такое любовь. Это надо чувствовать сердцем.
и душой. Потому что было очень много у нас бед и скорби, и печали. Очень-очень много. И с детьми было все не так, как надо. Но вот души наши вот настолько вот, что мы прощали все и всегда, и всем. Не отрынем друг от друга.